Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить о вредных и полезных продуктах. Начнем с полезных. Отрубной хлеб. Конечно же, кушать нужно именно его. Черный хлеб, в нем добавляют очень много красителя. Белый хлеб, он сам по себе не очень хорош и для желудка, и для здоровья. Еще хорошо вместо хлеба употреблять хлебцы и слайсы. Соя, спаржа, фасоль. Эти три продукта – профилактика от онкологии. Овощи и огородная зелень. Конечно же, наш организм должен обязательно получать такие продукты, как зелень и, в общем-то, все овощи. Фрукты. Это тоже одно из самых, один, как бы, одно из самых главных продуктов. Ягоды, грибы, орехи. Цитрусовые. Самые лучшие цитрусовые – это киви, апельсины и мандарины. Апельсины и мандарины – тоже профилактика от онкологии. Киви – это витаминная бомба. Яйца лучше, конечно, перепелиные, потому что они более не то чтобы калорийные, они как раз-таки менее калорийные. Они хороши для тех, кто хочет похудеть, но они более полезные для организма. Но если их нет, то тогда, конечно, кушайте куриные. Гречка и все недробленые крупы. И именно недробленые. Дробленые крупы, они утрачивают очень много полезных и питательных веществ. Очень хорош дикий и бурый рис. Мед. Ну, о меде, в общем-то, мы все знаем, что это полезный продукт, поэтому его, как бы, о нем говорить, в общем-то, и не надо. Рыба и все морепродукты. Мясо. Нежирная говядина, телятина, говяжья печень, курица, куриная грудка. Вот это то мясо, которое именно лучше всего употреблять в пищу, особенно людям, которые хотят похудеть. Но, в общем-то, оно для организма, именно это мясо, хорошо именно для организма. Черный шоколад. Настои и чаи из трав, и просто чаи. Особенно зеленый чай. Растительное масло, нерафинированное, и другие растительные масла. Очень хорошее масло кедровое и масло зародышей пшеницы. Кедровое масло, оно тоже идет против онкологии. Помимо этого, оно повышает иммунитет. Оно вообще очень хорошо действует. Причем ни один продукт так не действует хорошо на организм, как именно кедровое масло. Масло зародышей пшеницы, оно больше идет для красоты. То есть его можно добавлять и в крема, можно добавлять в косметику, если вы, допустим, делаете сами. Молочные продукты. Сыры, брынза. Вот это те продукты, и, в общем-то, их много, и можно много составить разного меню и пользоваться именно этими. Теперь, значит, о том, что нельзя. Нежелательно для организма это манка, пудинги и вообще манная крупа, по той причине, что она засоряет желудок. Жирная говядина, свинина, утка, гусь, баранина. Баранину могут есть те люди, у кого желудки привыкшие. Вот, допустим, у наших казахов это, конечно, баранина, это первое мясо, но у них привыкшие желудки. Если у вас желудки не привыкшие, лучше баранину все-таки не употреблять. Сладкое. Торты, пирожные, конфеты, шоколад. Это все сплошной вред. Макаронные изделия. Это, в общем-то, совершенно бесполезный продукт. Он не делает плохо, но и не делает ничего хорошего организму. Соль, сахар. Вот это в первую очередь. То есть соль и сахар – это для организма полный вред. То есть старайтесь постепенно убирать его, потому что в раз это очень тяжело, в общем-то, отказаться от этого. Все консервы и все запасы на зиму. Ну, кто-то, может быть, возразит, что запасы на зиму всегда, в общем-то, нужны. Но на самом деле в запасы вы ложите очень много соли и очень много сахара. Масло рафинированное. Рафинированное масло – это прямой путь к онкологии. Уксус. Картофель в любом виде. Кисели, муссы и крахмал.
Картофель почему плохо? Потому что в нем содержится очень много крахмала. К тому же я вообще не советую его кушать людям, которые хотят похудеть. Лимонады и сладкие газированные напитки. Это вообще отрава. Фастфуд. Ну, тут уже все знают, что это отрава стопроцентовая. Спиртное и пиво. Вот вы знаете, когда видишь на улицу девушку, она идет, пьет пиво и кушает пирожное, я представляю, сколько калорий она, в общем-то, съедает. Что интересно, что эти девушки обычно такие не очень худенькие. Энергетики. Энергетики – это не то, чтобы сказать отрава, это вообще полная противоположность любому организму. Майонез. Вообще, майонез, вафли и шпроты – это самые калорийные продукты. Людям, которые хотят похудеть, я бы не советовала их вообще кушать. Вот те основные продукты, о которых я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание.